Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас во флагманском магазине Squadboard Shop. И сегодня мы продолжим рассказ о бренде Fallen, о котором говорили, я думаю, что уже пару лет назад. Думаю, каждый, кто знаком с катанием на роликовых досках, прекрасно знает, что такое Fallen. Думаю, каждый, кто хоть раз слушал эмо-группы, прекрасно знает, что такое Fallen. И я уже рассказывал, причем достаточно подробно, что произошло, почему бренд стал знаменитым, как произошло его перерождение. И сегодня он в очередной раз доказал, что это не было просто яркой такой вспышечкой, а бренд решил все-таки остаться здесь надолго, и поэтому представил уже набор новых моделей и новых расцветок своих классических моделей, о которых как раз сегодня и расскажем. Поэтому не переключайтесь ваши YouTube-каналы. Сегодня обзор новых кед Fallen. Существует такая легенда, что однажды Вячеслава Малежика спросили, а почему вы не выпускаете новых песен? А он сказал, а зачем, у меня и старые хорошие. Мне кажется, что Fallen частично действует по такому же принципу, потому что большинство моделей, которые выходят у этого бренда, это переосмысление, это какие-то новые расцветки, а иногда и просто повторение уже классических силуэтов. Понятное дело, что команда не особо меняется. Fallen сам ставит на то, что у нас есть постоянный набор райдеров, мы с ними катаем, и нам с ними очень хорошо. Поэтому господин Сандовал получает в очередной раз вот такие вот кроссовки, но в этот раз такого приятного, немножко нубукового, немножко кархартовско-дикисовского цвета, который сейчас очень актуален. Господин Маркс, тоже один из видных скейтеров, получил очень и очень базовую модель. Мой несменный оператор даже спросил, что, реально Маркс в таких кедах катает? Да, Дим, Маркс катает в таких кедах, и ты не представляешь, сколько он за это получает. Ну, короче, реально очень базовая модель. Что мне понравилось? Что Fallen, несмотря на всю свою коровость, несмотря на все то, что бренд старается позиционировать себя как такой вот «были, есть и будем, остаемся такими же, как и были», эту модель выполнил вполне себе в цветах известной баскетбольной модели первых Air Jordan'ов, они же Брэды, Black Red расцветка. И получилось, кстати, достаточно неплохо. Заменить здесь один логотипчик на другой, и уже все будут в очереди стоять и перепродавать за 50 тысяч. Фольны за 50 тысяч не перепродаются. И, может быть, это тоже и хорошо. Мы любим иногда рассказать про кеды, которые вы, скорее всего, будете перепродавать, чем на них катать. И в то же время любим рассказывать про какие-то супер базовые модели, потому что, ну, все-таки скейтбординг — это про катание. Скейтбординг — это про то, чтобы убивать кеды. Не убивать свои ноги, а убивать кеды. И следующая модель, в которых можно поубиваться, она называется бомбер, то есть бомбардировщик. Вот такая одна из стандартных моделей Fallen. В этот раз тоже вышла в цветах, близких к сегодняшним супер популярным хайповым, побоюсь этого слова, моделям кроссовок. Приятная замша, выглядит очень хорошо. Материал Impact Foam, который используется на стельке, работает здесь хорошо. Еще одна такая смертельная модель, а именно модель Reaper, именная модель Криса Кола, одного из бессменных райдеров компании Fallen. В этот раз еще сделана с прозрачной подошвой, чтобы можно было видеть, какая вот здесь есть такие технологичные зубчики, похожие немножко на зубную щетку. Не пробуйте чистить ими зубы, не советую. Еще другая расцветка Криса Кола, которая тоже мне понравилась. В чем-то она немножко повторяет идею, повторяет главную такую, вот, мне кажется, тему таких вот пастельных цветов, цветов близких, наверное, больше к рабочей одежде, что сейчас у нас снова актуально. Но в любом случае красивые кеды от Криса Кола. И еще одна модель. Модель Tremont, которая представлена в таком радикально черном цвете. Похожая тоже на классические, с одной стороны, немножко на классические такие кеды для баскетбола. И это у нас коллаборация с другим олдовым скейт-брендом под названием Red Dragon, что нашло свое отражение у нас на язычке, что нашло также свое отражение сзади. Ну и, конечно же, вы очень долго это просили. Мы этого не хотели, хотя, к черту, хотели, мы добрые. Поэтому, друзья, возвращение нашей супер-рубрики «Розыгрыш». Мы будем разыгрывать вот эти кеды Tremont в вашем разделе. Абсолютно простые условия. Подписка на канал на YouTube, лайк на это видео на YouTube и комментарий под этим видео на YouTube. Я думаю, что если комментарий будет как раз с эмо-песней,
который отсылает нас к эре Fallen, то это будет очень круто. И из всех тех, кто выполнит все эти три действия, мы рандомно разыграем кеды и отправим человеку эти кеды в его разделе. С вами был Дмитрий Егоров, друзья. Катайтесь на роликовых досках, занимайтесь скейтбордическим катанием. До новых встреч. Пока.